Привет, друзья мои! Привет! Привет! Вот, наконец, мы и подошли к вопросу, где у змеи кончается шея и начинается хвост. Где? Не будем торопиться. Давайте разберемся по порядку. Какая она, змеиная шея? Она красивая, так. Гибкая. Правильно, еще самая какая? Самая длинная из всех шей на Земле. Она может сворачиваться в клубочек, завязываться узлом. Правильно. И может вытягиваться так, как не может вытягиваться даже шея жирафа. Точно. А какая она вместительна, в ней помещается и желудок, и пищевод, и сердце, и легкие. Вот какая у змеи шея. Одно непонятно, где она кончается и где начинается хвост. Она так незаметно переходит в хвост, что трудно сказать с уверенностью, это уже хвост или еще шея. Вот она идет, шея. Смотришь, а уже хвост. Правильно. Так где же она кончается, эта шея? У змеи шея никогда не кончается. И не потому, что она такая длинная, а потому, что ее вовсе нет. Потому что вот это самое, что похоже на шею, и есть сама змея. Просто она похожа вся на змеиную шею. А на самом деле у змеи шеи нет. Совершенно нет. Впечатление бывает обманчивым. И сейчас я вам это покажу. Вот смотрите. Вот какая змея. Садись, Андрюш. Вот какая она длинная. Казалось бы, вот шея, а там уже, глядишь, хвост, да, Андрюш? Да, вот, смотрите. Ну-ка. Видите, шея. Смотришь, а уже хвост. Да, впечатление бывает обманчивым. Нередко то, что выставляется на показ, на самом деле вообще не существует. А лучше вообще ничего не выставлять на показ. Правильно, ни силу свою, ни знание, ни умение, ни шею, ни даже хвост. А иначе будешь похож на змею, которая на показ выставляет свою шею. Хотя иногда можно заявить о себе, иногда это даже нужно, но делать это нужно очень скромно, уважая других. И самое главное, не хвастать тем, чего у тебя нет. А теперь... давайте покажем ребятам, да и посмотрим сами. Что? Мультфильм! Правильно, мультфильм. Ну что ж, друзья мои, пришло время прощаться. И присылайте нам свои письма и подделки. А еще не забудьте, что стихотворный конкурс уже подходит к концу. Присылайте скорее свои письма, а Левушка всех при всех наградит призами. Да, а призы у меня, сами знаете, самые замечательные, самые лучшие, самые веселые. А теперь спокойной ночи. Пока!